160 новых мест планируется открыть в школах Твери и Конаковского района в 2019 году. Об этом рассказал губернатор Игорь Руденя в ходе пресс-подхода к журналистам накануне. Субсидии на проведение необходимых работ в объеме 8,5 миллионов рублей направят школам под номерами 9, 34 и 42 в Твери, а также в поселок Редкино в Конаковском районе, школе номер 2. Софинансирование из местных бюджетов составит около 2,5 миллионов. Всего с 2016 года в 30 школах Верхневолжья открыто порядка 1900 новых мест. Вторая смена полностью ликвидирована в Кимрах, Ржеве, Калязинском, Кувшиновском, Весьегонском, Зубцовском, Лихославльском районах. Губернатор подчеркнул, ставка делается именно на открытие новых общеобразовательных учреждений, чтобы в ближайшее время полностью исключить обучение детей во вторую смену. У нас по городу Твери порядка 6 новых школ. Должно быть построено с вместимостью более 1200 человек для каждой школы. Это Балаговский район, это Вышний Волочок, это Торжокский район, это также у нас город Ржев. То есть все те муниципальные образования, где сегодня есть потребность в дополнительных школьных местах.